А вот и этот грузовик, что был в этом городе. Да. Песчаный. На нем уже можно поедать, у него много функций. И в нем есть механизм. Так его надо сейчас перевернуть, потому что отлично переворачивает. Это грузовик перевертыш, наверное. Зато можно сейчас так посмотреть, что у него тут за конструкции. Вот тоже внизу много декора, всякие вот эти подставки. Блин, заново надо поставить, подожди, я не то удалил. Ой. Да. Удалил штуку, которая держала колеса. Ну да. И только все колеса остались там. Сейчас выгрузится. Так. Грузовичок так грузовичок. Блоков. Давайте поедем на этом грузовичке. У него вроде подвеска, да, есть? Или нет? Да, у него есть подвеска. По пружинам видно. Раз, фиксируй. Ой, блин. Ай! Подожди. Эх, как же мне это не нравится. О, у него работают. О, до этого додуматься было сложно. У него окна моются. А, что? Я уже раз это... Так, смотри. Есть двигатель. Да, можно своим светом ослеплять, кто стоит впереди. Смотри, тут можно это дверь открывается. Там еще дворники вон работают, я вижу вон. А тут окна открываются. Так. Да, как в настоящей машине прям. А двери открой, я не видел. Так, заходи. Даже окна открываются, блин. Тут простенькие функции, внутри это будут функции. Ну, типа реалистичные сзади, функции. Смотри, сзади там. Да, открывается там тоже. Самое прикольное это то, что там это сама часть. Подвески сделаны. Поехали. Карданы это все делают, можно ехать. Давай я преграду сделаю, ладно. Ну, не. Прикол в том, что эта подвеска не особо хороша, потому что она очень мягкая. А, ну ее даже тут видно, когда ты поворачиваешь. Да, видишь, она такого падает. Да. Еще раз поверни. Ну, типа, оп-оп. Так вот работает. Еще когда поворачивает, да, так вот наклоняется. Ну да. Крутой грузовичок, да? Ну да. У него открываются окна, дворники работают. Открывается капот, также и свет. И открываются... А еще спереди открывается защитная решетка. А, даже решетка открывается. Можно я поуправляю? Попробую. Так, сейчас. Остановиться. Ой. Забыл. Нет. Поймать. Ладно, уже не надо. Все, так. Все. Как я понял, он умеет ехать. Хотя, ладно. Вот так он прикольно наклоняется. Ой. Конечно, надо в дерево влезть. На F это свет. На F включается тот ослепительный свет. Давайте ночь включим. Да, ночь, кстати, включим. Вот, ночь началась. Включаем фары и погнали по дороге. Только тут дороги нету. Ну ладно, остановимся здесь. Камнем. Тут работают дворники, это прикольно. Свет для ночи, ну это логично. Так, XZ попробую, нет. А вот, можно открыть окно такое. Опа, приветик. А, также тут вот, на XZ можно вроде бы открывать дверь. Руль, не ко... А, чем руль тоже крутится, кстати. Так, руль открывается, открывается вот эта дверь. Также одна кнопка открывает мне окно. Может, другой кнопки я тоже могу... Как сказать, поднимать. А вот этот капот открывается, оказывается, от кнопки, которая находится на капоте. Да. На решетке и на капоте есть кнопки, чтобы их открывать. Yep. Так, также вон там можно открыть сзади. Давайте подорвем его. Ой, ну поехали. Купас! Ладно, я вернусь за ним. Мне его жалко. Его что, динозавры съедят. Или крокозябры, еще ужасней. Залезай к нам, скорее. Сейчас. Погодите, дайте, я знаю, как надо размещать динамит. Знаешь, если ты перезайдешь, то у тебя все получится. В чем? Ладно, я сейчас всю коллизию куплю тогда. Ой, что-то я рано, да? Все, да. Нет, стой! Летающий грузовик. Блин, нет, зачем ты взрываешься? Я же просто поставил, чтобы ты остановился. Ой, блин. Все, комбо. Могу еще один бонус показать, если хотите. Полностью уничтожен грузовик. Эх, такой он крутой был вообще. Могу еще бонус показать. Что показать? Самолет новый. Новый? Да. Лай. Так, вырубите ведь все там, то есть, ПВП. Вырубаем ПВП, не знаю почему. А, у меня его и так не было. Стоп, как я тогда взорвал твою машину? Так, вот и новый супер ультразвуковой... А, я день забыл включить. Ультразвуковой самолет. Так, ладно. Мне просто на эти детали. Какие они не красивые. Нажимайте, нажимайте. Не нажимайте, не трогайте, пожалуйста. Я нажимал, я тоже. Так, все, собралось. Ну, короче. Можно на сначала на его отгадает, внешний вид посмотреть. Кто отгадает это название? Нет, это F-30. Американский многофункциональный ударный истребитель. Ну, что, у него перед очень красивый. У него есть вооружение, 4 ракеты, самонаведящихся. А может мы на декор посмотрим сначала? Прежде чем он начнет свои действия. Следует. Так, у него вот тут впереди такой нос, типа, красивый. Наверное. Вот такие скосы, я тут даже вижу, тут некоторые боки тут ставят дополнительно. Но его вот этот нос выглядит очень красиво. Также тут такие блоки на на этот немножко отличаются от цвета, вот тоже очень красиво. И вот тут очень много тоже наклонностей, такие цвета, красиво все. Ну ладно, декора у него прям очень много, тут даже
про все не расскажешь, наверное. Радар крутится. Кстати, вот видите вот эту маленькую модельку самолета, если мы выпустим ракеты, то вот эти схемки было бы, они самые красные, типа ракеты. А, понятно. Там еще есть квадратик. Идите сзади самолета, идите. Катя, на царских стульчиках будем сидеть. Я вам не рассказывал, но это самолет вертикального взлета, это 5B, так что он умеет делать вот так. Что? Это зачем? Это вертикальный взлет. А, типа он, у него опускается вот эта штука. Я даже не знал, что самолеты такие бывают, если честно. У него появляются пропеллеры, и он как хеликоптер летает, наверное. Так, ну и сзади еще раз посмотрите, у него есть это реалистичная слопа, то есть у него, он может регулировать. А, дальше. Может, да, опускать его. О, это как? А, их же как много, чтобы такое действие делать. Блин, жестко. А, ну и по-малому. Реально, как желе выглядит. Вон то, как желе выглядит сзади. А, ну и вот это работают эти. Эти, да. Крутое у них название. Элероны и управляющие элементы. Шасси, внимание на шасси. Смотрим на шасси. Вот. Они вот так поднимаются, специальный для них отсек. Короче, супер самолет, блин. Только он очень лагучий. Заспавните какую-то штуку для взрыва. В смысле для взрыва? Только ПВП вырубите для начала. А, я понял, что мы хотим. И что, ты будешь бомбы бросать? Не бомбы, у меня самонаводящиеся ракеты, говорю. Ждем этого. Все, танчорил? Да, манчорил. Покажи свои самонаводящиеся ракеты. Короче, не работает на группунах. Группуны, мы знаем, самонаводящиеся. Я делаю вот так. И... Нет, так. И... Оп, они, ракета выдвигается. Оп. И... Понимаю. Ракета дожди. Быстро летит, самонаводящаяся, и просто взрывает все. Да. Мне показать, сколько тут длины? Хотя сейчас я все так выпущу. Давай все выпускай. У меня осталось длины, потому что одна куда-то потерялась. Пум-пум, так просто какие-то лучи получаются, и потом ракеты летят и взрывают тебя, хоть ты даже перемещаешься куда-то. И все, уже ничего нету. Улетело все. Вот. Я все показал. Еще могу показать, не доделаю. Самонаводящаяся ракета. Ракета просто берет, пролетает, а ты куда-то уезжаешь, а ракета все равно тебя достигает. Я ничего не грузил. Ты, наверное, удаляешь. Наверное, удалил все-то. А, та штука, наверное. Ладно, лети сюда. Так, ну, у самолета, получается, задвигаются шасси. Ой, я уже все удалил. А, ладно. Ну, прикольно было то, что там самонаводящиеся ракеты, так что внутри там все крутилось, было много декора. Ой, это не то. Это то, что было построено за 2 часа. Набить строить. Mm-hmm. А, вот. Ой, что это за чудище маленькое? Фантайм Фредди, кто знает. Это значит какой-то Фредди, о, у него собирается лицо. А, вот его лицо, это типа голова. У него раздвигаются части, у него двигаются глаза, куда хочешь смотреть, и лицо раздвигается. Вообще супер. Ну, идем, я все покажу. А как у него рот двигается? Вот. Эх, даже не дал мне поуправлять. А что там, нечего управлять. Ой, это не то, что мне надо доделать. Я, короче, что-то показал. Так, а можешь показать мне его еще раз? Я им даже не поуправлял. Я даже не посмотрю, как он там. О. У него там... Не, ну того, голову того Фредди какого-то, которого раздвигается лицо. Ладно. Опять не то. Я вот тут вроде кресло был. А куда нажимать? А вот, камера есть или нет? Нет, не доделал, у меня просто типа возле. Так. Я могу нажимать на F. У него вот так открывается, это типа... Это челюсть, A, S, D, V — это глаза, и вроде Z — это... Ой, чё, имя снова занято. А Z — это открыватель. А, типа, а зачем он так открывается? Ну, в игре так. Он может открываться, и у него двигаются глаза, куда хочешь посмотреть. Я сейчас посмотрю на самого себя. Вверх, туда, 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 туда. Может, вниз, может, наверх, туда, туда. И у него открывается рот. Это... Ну и тут очень много декора, типа вот эти глаза круглые, там внутри экзоскелет тоже. Вот откройте кто-то, откройте. Вот там сколько всего. Ладно, закройте. Экзоскелет очень похож. Так, и это было все. Чё, капусту тут садишь? Ну вот это, блин, машинка сбитого строителя. Кто-то улетел. Хорошо, что я не залез, но в космос меня улетел. Сбили. Ничего страшного, полетели тогда на машине, залезу. Ты куда улетел-то? Я куда? Я сел. Ой, а чё он куда? Сам... Кто сел и вылез потом? Стоп, я не знаю. Я просто сижу на обычном кресле. Кто сел и вылез? Ой, думаю, надо заново грузить. Она уже не спасаема. Она разломалась. Сейчас сяду. Так, можно я поставлю себе стульчик? Да. И также им. Садитесь, если хотите. Ну что ж, поехали. С помощью ускорителя. Сверхзвуковая скорость. Ой. Опасно. Но на гонках то, что нужно. И на этом, думаю, все. Даже колеса отвалили. На этом это будет заканчиваться. Ставим лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.